Если не успеешь поставить лайк за 3 секунды, перед тобой появится страшная бабка Гренни! Блин, помогите кто-нибудь! Бабушка Гренни! Парни, нас запихнула в тюрьму страшная бабка Гренни! Надо выбираться из нее! Надо, да, надо! Как это делать? Ну, как-нибудь! Ребятки, всем здравствуйте! С вами по-прежнему Оверфон и Бобби! Добро пожаловать в угарную веселую игрушку под названием Роблокс! Всем хайо, май брезерс! Здорово, чуваки! Ну что ж, друзья, нас поймала бабушка Гренни и запихнула в свою тюрьму. Вы посмотрите, какая она страшная и опасная. Сегодня мы попробуем сбежать от страшной бабки Гренни и ее страшной тюрьмы. Ну а вы ставьте лайк, если не успели поставить за 3 секунды. У вас вторая попытка. Заранее огромное спасибо, нас, парней, будет безумно приятно. Ну что, братва, вы готовы? Да! Вперед! Тогда погнали! Андрюх, у тебя фонарик есть с собой? Да, у меня есть, бро. Потому что в тюрьме бабки Гренни... очень темно. Смотрите, она сюда и Грандпа, что ли, посадила? Походу, да, все есть, представляете? Ё-моё, вот бабуля Гренни. Ладно, друзья, ну что, попробуем свалить там. Вот смотрите, парни, через вентиляцию, походу, можно. Так, погнали, блин, парни, аккуратно. А ну, да, погнали. Давайте сделаем это, парни. Открывай ворота. Бабян, свети фонарь. Тихо. Тишина. Всем тихо. Тишина. Блин, быстрее, нашумели, парни. Ну, пока ломали, все шумело. Так, очень сюда прыгаем. Шума. О, понял, братанчик. Понял, бабянчик. Понял, братанчик. Нормально. Суета. Андрюша, молодец, домой. Ой, все, да, парни там на лазере, да? Все молекулы разлетели. Все на лазер, друзья, прыгнули. Ну что ж, это мега-тюрьма бабки Гренни, друзья. Попробуем от нее сбежать. Самое главное, чтобы мы, знаешь, в кого не превратились, парни. Грандпа. Грандпа, а то станем грандпапами, и все. Произошла и дальше разрывная. Будет смерть. Да, парни, так, аккуратно. Братва, аккуратно. Братва, аккуратно. Аккуратно, братва. Ебой, сюда! С кайфом! Молодцы, мужики, молодцы. Андрюха, блин, ты прошел? Блин, я свалился, не смог пройти. Блин, Андрюх, давай быстрее, тут включается, выключается, по времени надо. Да что за фигня? Она туда-сюда, Бобян, понял? Подожди, не да прыгай. Я понял. Так, аккуратно, о, сейчас. И раз. Да оно не допрыгивается. Ты понял, да, что она мешает нам туда-сюда? И раз. И сразу. Да, как заработало, чтобы, а? Оно туда-сюда, понял. Раз. Крутяк. О, как пройти нам, парни, это, а? Слышите? Да я не понимаю, непроходимо. Вот это прикол. Слушайте, да. А вот если нажать, парни, еще раз, то починится? О, я починил, да, нормально. Он работает, нормально можно делать, парни. Бабян, как оно, а? Так ты тоже упал. Как оно, братишка? Да мы с тобой вдвоем. Да тут, блин, мне мешают. Ну вот что вы встали? А, дурилкины. Разошлись нафиг. А ну разошлись. Ну, бро, я тебе не мешал. Я видел, Бабян, ты специально рукой толкнул. Если бы не ты, я бы прошел. Ладно. Все, друзья, наконец-то мы здесь все на месте. Бежим, короче, от опасной бабки Гренни. Ой, парни. Ёма. Грандма, грандбабушка. А2. Вы смотрите, здесь есть Гренни и Грандпа в одном лице. Уголовы. Просто Грандпа. Тут полный набор фриков. Тут все есть, парни. И Гренни, смотрите, Гренни типа повариха вон есть такая. Блин. Офигеть. Жестко вообще, братва, просто прикол. Прикольная история. Да, просто крип история. Какие они маленькие. Прикиньте, а сейчас за вами и за нами это придет этот дед. Ой. Грандпа. Бабка, иди нафиг. За мной бабка бежит. Подождите, парни, а я взял... А, парни. Что там, бро? А за вами не только бабка бежит теперь, но и детка! Вот оно! Толстяк безумный, жирный! Ну что, друзья, я превратился в Грандпа! Гренни! А что, меня тоже Гренни убивает? Наверное, да. Я же ее муж, я Грандпа! А тут никого не канает. Ты дедушка Морф, бро. Я дедушка Морф, друзья, я стал Грандпа. Прикиньте, Бабян, ты что, уже прошел там все? Нам нужно кнопку нажать, блин. Да, надо нажать. Так, нажал. И бегу, бегу, бегу от Гренни. Это ты, Димон? Да, я Грандпа. Фига себе ты, блин. Жесткий, ребят, бежим, бежим от нее. Сваливай, сваливай, ребят. Ну ты на приколе. Уходим, уходим, уходим. Ой, Бубян, ты меня там чуть не заблокировал. Как ты допрыгнул вообще, блин, ты ж толстый. Ну вот так, нормально, с кайфом. Ты кнопку нажал? Да, я нажал. Молодец. Тебе так удобно вообще, шив? Мне? Грандпа быть?
Честно, не очень, знаешь почему? Коленки болят. Ага, ты свалился. А так, в принципе, удобно. Гренни за мной бежит! Блин, блински, вот вам и новый побег от Гренни, друзья. Вы думали, это не все не вымысел, это реальность, такая жизнь. Да. Так, ладно, эй, парень, а что у тебя за ключ, я все время хотел спросить? Бегу, бегу, бегу. Что у меня за ключ? Это он донатер. Это золотой ключик у меня. Это за робоксы у него, донатер. Так, погнали, двигайтесь, это я, парни. Let's go! Я испугался, честно, искренне. Let's go. Мы в туалете. Туалет. Там Гренни, блин, там Барри, еще Барри. О, фу. Это вот Андрюха также в школе учился, и вот так же засовывает. Задавай, пидорасы, бери лопату и копай. Так, а как ее? О, копаю, парни. А как она копается? А вниз кликай. Ох, блин. Оп, дед копает, ребят, дед копает, копает, копает. Я все выкопал, парни. Чётко. Все выкакал. Все выкакал. Так, ну что, идем? Доп, доп, ешь, 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 ешь. Смотрите, унитаз своровали. Да? А если унитаз, то значит скибиди? Ну конечно. А, понятно. Не, не знал. Я даже не знаю, что это такое вообще. Че, на туре не знаешь? Не, а. Ладно, бежим, друзья. Прыгаем, прыгаем, уходим отсюда. Вперед, вперед, вперед. Жесть, а вы заметили? Реально, у бабки Гренни в тюрьме темнее, чем везде. Хорошо, дураки. Ну что, я умер, что ли? Это дед проломил, блин. Коленки старые, не прыгается. Дед, нифига. Дед, он суету устроил, блин. Нифига не прыгается, внучки. Вы-то быстрые, а я-то, блин, старичок. Ну да, мы быстрые, дедуля. Мы быстрым. Все, нормально, пошел, нормально, нормально. Бежим, друзья, от бабки Гренни. А здесь-то что? Прыгайте. Прыгай через шипы. О, перепрыгивайте. Нормально? Че вы, где там? Нормально, это? Нормально. Я не могу перепрыгнуть. Че вы расстроились? Он даже может перепрыгнуть, флажок, блин. Давайте быстрее, я за деда быстрее бегу, чем... Ой, тут шар. Чем вы. Меня просто сбило. Я понял. Меня просто сбило. Ладно, все, я вернулся, парни, к вам. Я бегу, бегу, бегу. Беги, беги! Да нет, ну блин! Ай, собери меня из пазлов, на которые я звонился. Я не смогу тебя собрать. Очень жаль, Андрей, очень жаль. Я рассчитывал на тебя. Я на тебя рассчитывал. Беги, 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 парни, тут есть проход. Так, все, пацаны, подождите, я пока в безопасности. Вы там меня где-нибудь подождите, вместе пойдем потом. Ждем, ждем тебя на лестнице. Кого подождать, тебя? Да всех ждите, и меня, и Бабьяна, да, всех ждем. Так я уже прошел. Уп-уп. Я тоже иду. Уп-уп. Все, бегу. Все, братва, спасибо, что подождали. Сами бро, понимаете, страшно там в этой тюрьме этой бабки Гренни. Конечно, конечно, бро. Let's go. Идем. Окей. А вот, там теперь прикол. Дед, там теперь Грандпа! Офигеть, так ты ж Грандпа, что за фигня? Да я не Грандпа, я же морфом был, он это! Я поймал! Он меня тоже поймал. Блин. Капец, он орёт, как фрик резанный. Дурацкий Грандпа, ребят. Так, а ты, Бабян, все сохраняется это, то, что мы открыли? Наверное, да. То, что мы повернули, друзья, ключик, надеюсь, сохраняется. Как же он потом злится? Оу, щит, оу, щит, оу, щит, успели! А все, дальше он не может. Видишь, ну, парень, колени поломаны. Ну, парень старый, не можешь, да, в стенку только можешь упереться. Все, быстрее, парни, бежим от него нафиг. Поднимаемся. Поднимаемся, поднимаемся. Шарик никакой не катится, а? Возродиться. Никакой? Парни, не, а вы, не, нормально, не катится, вы куда там возродиться, парни? Куда вы там возродиться? А тут сверху вот кнопочка возродиться. Так, и что нам делать надо? А-а-а! Что? Бабян возродился. Че, нажать я надо? Упал, нажать не, на раза не, три не, надо. Не. Я нажал. Нажали? И наверх надо ехать или что? Ну да, 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 едет. А у меня не едет. А, о, поехала. Yes, yes. Все. Едем, парни, наверх. Или вниз надо было? Не-не, наверх, наверх. Вниз смерть была, да, Бабян? Ага. Оп, сюда. Гранни, Барри или кафетерия? Кафетерия или Гренни. Ну, получается, нам Гренни бежать, потому что там закрыто, да, Гранни, Бобис? Барри. Ну да, там закрыто, там решетка. Короче, бежим Гренни тогда. Гренни. Там ключ карта нужна. Был Барри, а стало Гренни. Напиток дают. А ну? Напиток, ладно? Ускоряшки! Погнали, только фонарик достаньте, чтобы видеть, куда ехать. Димон, блин, ну дурак! Да что я сделал? О, я выжил. Я просто бегу. Я наверх поднялся, я наверх на штуке поднимаюсь, парни. Давай, поднимайся уже быстрее, я уже прошел, или нет? Тут не видно, куда прыгать! Тут темнота. Темнота, ни черта не видно. Чернота, ни темна не видно. Сюда! Ага. Фух. Темно, блин, как у Андрея, блин. Ой, блин, я порыгался. Давай быстрее, Бабян, мы тебя одного ждем. Мы с Андрюхой уже все прошли. Я не вижу, блин. Ты сказал, там где-то забирался, Бабян. Так я по этой штучке забирался. Здорово, Бабян. Погнали, парни. Не стой на месте. Дерево развития. Так, бежим. Всегда развитие, все правильно. Бежим. Бежим. Ладно, давай. Я что-то боюсь, что сейчас кто-то будет, парни. Никого?
Там написано киборг-убийца, а вот кладовую надо, не? Киборг... Нам надо? Найди Ладеру. А, нам лестница нужна. Ладера находится в кладовой. Нам Ладера нужна из кладовой. Вот она, Ладера. А где Ладера? А, вот Ладера. Найди Ладеру. Все, ребят, это не лестница, это Ладера. Быстро-быстро. И туда наверх, парни, поползли. Готовы? И делаем сразу же. Да, я готов. Я уже так, лезу. Я поставил. Открывай. Я уже все сверху. Я уже все прошел, парни. Я уже у меня не открывается. У меня не запрыгивает. Соберись, Димон. Братва! Берись, тряпка. Я вам честное слово говорю! Честно-купеческое. Честно-купеческое, да? Купеческое и честное, и купеческое. Не запрыгивает у меня. Вот дела. А, запрыгнул. У тебя что, лестница коротыш да, была? Да, да, она была короче, чем у вас, но я запрыгнул. Все, с кайфом. Идем дальше, парни. Из тюрьмы Грэнни бежим. Хорошая работа, Димон. Страшная Грэнни убийца. Проходим, мужики, хочет проходим. Нас сожрать. Она хочет приготовить из нас вкусные котлеты, блин. Походу, да. Котлеты с пюрешкой, с макарошками. Телячьи котлеты и стеленка Бобиса. Мы что, телята, что, да, Бобис с теленок. Ну что, свины, что ли, из тебя, что ли? Нет, из Бобяна. Из меня. Котлетки, а еще можно крольчачьи из меня. Крольчачьи. Так, проходим. И сюда, и сюда, и сюда, и все. Закрыть клапан. Андрей, закрой клапан. Закрываем клапана. Клапан давит. Чтоб не подтекало, друзья. Это бабка Грэнни нагазовала в трубы, и мы нюхаем теперь. Чтобы отравить, она нас хотела, вот это все сделала. Бежим что, сюда. Занюхнули? Оп, перепрыгиваем. Бабян, что ты не можешь запрыгнуть? Не-не, нормально, нормально. Получилось? Все, с кайфом, брат. Кажется, бля, ты как нубарь там прыгал. Ты нубарь, блин. И не получалось. Ты нубарь, бабян. Ну все, последний клапан, друзья, нам тем временем остается. И мы сбежим из этой страшной тюрьмы опасной бабки Грэнни. Как полетал Бобис? Да, босси! Ну, дурилкин, бабян! Ну, дурилкин! Yes. Ну, дуримар! Давайте, давайте, всё, парни! Парни, проходим аккуратно! Все! Наконец-то мы это сделали! Ну, дуримар! Все, братва! Идем быстрее! Там, кажется, уже выход! Нет, там какой-то обрыв! Ну, там мы ветер. Должны были уже выходить, заслужить выход! Там ветер, парни, с моря дул! Ветер дует? Поехали! Let's go! Перепрыгиваем, перепрыгиваем. Это мне нравится. И еще! Еще направо! Фонарики доставайте, а то не видно нифига. Андрей! Я разбился. Мы разбились. Андрюх, ты что? Вы что, парни, как? Мы просто без тормозов. А, ну все, я дошел. Тут страшилки. Двойная Грэнни. Грэнни Грэнпа. Вот это, друзья, кто? Я этого не знаю. Кто этого там? Пацана, блин. Да, один вот Сандерина, а рядом вот этот. Черт. Наверное, Бобис. Это демон какой-то. Демон. Че, Андрюх, Бобян уже второй раз дошел, а ты где? Ну, я пытаюсь пройти, тяжело, не получается. А что там? Там просто перепрыгивай препятствия. Вот он, все, пойдем. Рыба моей мечты. Так, парни. Ай, блин! На пропеллер, Андрюха, прыгай! Окей, let's go! Ой! Макс? И сюда! Попали в дырочку. Мы мимо? Не, я попал. Я вас не звал, идите нафиг. Где Андрюха? Вот он. Я не могу долететь. Так ты держи. Задерживай. Что держать? Спась. Спась, я держу, понимаешь? Не помогает. Да? Я теперь вообще и перестал что-либо делать. Ну, бяра. О, а вот задержал? Получилось. Молодец, бро. Давай, давай, андроид, и вниз. Все, парни, где мы? Понятия не имею. Мы в кафетерии, там Слендерина. Ой. Слендерина. Гарри, шеф-повар Слендерина, быстрее, едозуку. Едозуку быстрее! Это настоящая, друзья, тюрьма Крипипаста! Настоящая тюрьма Грэнни! Это не парень, это Грэнни! Тюрьма смерти! Ты чё, офигела, блин? Она тоже Гарри вам шеф-повар. Как-то ослабила. Она, а у вас... она замедляет, да, да, бьёт! Да. Дэмэдж есть-то вообще? Есть, конечно. Еле стреляет, блин, у меня. Мне она тоже... замедляет жестко, друзья! Эй, опасная Слендерина смерти! А добиваю! Потом бьёт сковородкой. Сейчас мы её добьём. Сейчас мы её... Я добил. Я тоже убил ее. Лопнула, нафиг. Взорвалась, Ганя. Ой. Фух, ну взорвалась. Блин, эпично. Я улетел на другую сторону, я за текстуру улетел от ее взрыва. А как ты? А ты зачем стоял под над ней? Ну я не знал, что я улечу за текстуры, бро. Ну возвращайся давай к нам. Там еще дофига проходить, наверное. Все, мужики, я на месте. Дождались меня? Да-да, дождались. Давайте. Там вон вниз куда-то теперь, парни, из Грэнниной тюрьмы. Готовы? Да. Че, спускаемся? Раз. Два. Погнали. Вперед! Ой, головой вниз, не камельфо лететь, не круто. Себе, блин. Не я круто! Сломал. Темно! Я умер. О, сломал. Бобян, ты что, шею сломал и реально скис? Да. Блин, у нас Бобян пропал, друзья. Бобян сдох. Бобян скис, Бобян пропал. Надо, чтобы он восстановился. Макс, салам алейкум. Прилетел Бобис, мы уже там наверх ползем. А мы уже на выходе, ну что? Мы уже на выходе, парни. Это долгожданный выход.
Поздравляю вас всех, парни! Наконец-то мы выбрались! Вот он, выход, Бобис! Он уже здесь, ползи! Ура! Выход! Всё, выход! Это не выход! Это не выход! Ой! Куда нас тянет? Не видно! Лазеры! Лазеры! Уворачивайся! Они в последний момент появляются, потому что темно! Лазер! О, хорошо! Офигеть, нечестно! Хорошо! Хорошо, куда парни! Это? Лазер, лазер, лазер! Ушел! Хорошо! Ушел, ушел! Дал! А куда? А что? Лазер? Я прям в лазер! Я прям в лазер! Нет! Я попал прям в лазер, парни! В последний лазер смерти! Так, ладно, лечу, парни! Ждете меня там? Мы ждем, да! Давайте! Лечу аккуратно, парни! Лечу максимально аккуратно! Эть, хорошо! Четко! Хорошо! Я не знаю, это был последний! Нет, это был не последний! Последний вот здесь! Я тут умер! О-о-о! Хорошо! Димон, левее! Назад! Я здесь. Погнали, пацки. Ну, страшилка, когда темно, ничего не видно, нифига вообще. Че, Андрюх, там стоишь? Давай быстрее я с нами. Я смотрел, как там темно, в темноте, блин, страшно. Так, погнали. Тут нужны палки, да, чтобы пройти? Тут палочки надо таскать. Забери свои доски здесь, гад. А можно с одной, да, пройти? Реально там гад назвали? Да, там написано гад и подписано Бобис гад. У меня упало. У меня тоже. Блин. И что, надо реально за каждой, что ли, бегать теперь? Да я не знаю. Да не, с одной можно, да, пройти, Андрей? Я с одной прошел, парень. Да, давайте с одной, ребят. Молодец, Андрей, молодец. Андрюха Красавелла. Так, ну что? Ой, парни, там уже финал. Там реально финал, вот вообще без прикола. Самый настоящий? Так. Самый настоящий финал. Сейчас ела уже. Не могу, попал. Ого. Хорошо забрать. Четко. И последнее. Yes, кайфам! Давай, Бобсик, проходи, там уже походу финал. Используйте металлические доски, чтобы пройти, но мы это прошли. Все, сейчас будет битва с Гренни. Опасная бабушка Гренни сейчас будет. А вдруг не Гренни? А кто, Гренпа? Кто здесь? Может быть. Стреляйте в руки, кто тут? Там робот. Гренни, Гренни там. Бабка на роботе! Гренни, мега-робот! В руки ему стреляйте! В руки ей стреляйте! Бабка на роботе! Она стреляет! Смотрите, она внутри Гренни! Гренни сидит внутри! Опасная! Я оторвал! Огромная Гренни! Стреляет, блин! О, одна рука! Я сломал руку одну! Молодец! Стреляй по второй! Делаем! Стреляй по второй! Вот она, Гренни, какая опасная! Ой, это взорвалось с приколом! Гадина! Гадина Гренни! Получай! Рука, блин, домой! Сбежали! Все! Бам! Она взорвалась! Гренни, домой! Ребята, тут машина называется Подождите сваты. Меня, блин! Свата? Я думал, машина домой. Называется Гренни. Не. Все, уезжаем, Бабян, давай, ты где там? Бегу, парни. Садимся, друзья, и вместе поедем, парни. Раз, два, три! Сели? Я сел. За руль. За руль, поехали. Неужели, ребят, свалим? Из тюрьмы бабки Гренни! Походу, да. Домой. С кайфом. Ого, как Нифига быстро. Мы быстро едем. А, но это еще не все. Окей. А куда, наверх, что ли? Да. Парни. А что нас там ждет? Я не знаю, что там будет ждать. Грэнпа, что ли? Или дух бабки Гренни? Не хотелось бы, чтобы нас Грэнпа ждал, блин. Еще от него убегать. Давайте посмотрим, узнаем, что нас там ждет. Надо забраться, парни. Полезет она наверх. Интересно, погнали. Сейчас, мне кажется, будет неожиданный финал. Да я вот не знаю. Неожиданная развязка. Очень стрёмно. Хорош, Андрюша. Андрей, домой. Я свалился вниз. Да мы знаем. Мы видели. Так, не надо мне фейворитс. Сюда. Ползем. Тут вертолет! Андрюх, тут вертолет! Подожди, Бобян, не запрыгивай, давай Андрюху подождем. Че, реально вертолет? Да, мы закончили обе, нам дали бандажик, потому что мы прошли. Давай сюда и наверх, и все. Это всё вертолет. Здесь, да. Полетели! Садимся! И погнали, друзья! Мы закончили обе! Улетаем из тюрьмы бабки Гренни! Ура! С мега кайфом! Вратуре это вертолет! Получается конец. Походу, да. Хорошая концовка, дело сделано. Все, парни, мы прошли. Добренько. Поздравляю всех, братва, мы это сделали. Ну, а на такой забавной ноте наш сегодняшний ролик заканчивается. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте про лайки, про колокольчики и про положение комментариев. Мы желаем вам всем всего-всего самого лучшего. Еще раз всем большое спасибо, удачи и пока-пока. Бай-бай, дорогие друзья. Ну, да, чуваки.